Сотрудники управления МВД России Люберецкой подвели итоги работы за 2022 год и обозначили ключевые задачи на ближайшие 12 месяцев. С отчетным докладом выступил заместитель начальника управления, полковник внутренней службы Максим Фоменко. На территории обслуживания управления установлено более 11 тысяч камер наружного наблюдения. Они подключены к системе «Безопасный регион». Благодаря их работе по горячим следам раскрыто 104 преступления и выявлено 151 административное правонарушение. Общая цифра зарегистрированных сообщений о преступлениях и происшествиях возросла на 32%. Это 126 228. 21 год 95 774. Возбуждено 4227 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 1917 лиц. Увеличилось количество разбойных нападений. Совершено 21 убийство, 12 изнасилований. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных краж и краж транспортных средств зафиксировано меньше. В 2022 году больше раскрыто преступлений общеуголовной направленности на 2%. Больше раскрыто тяжких на 17,5% и особо тяжких на 6,3% преступлений. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, снизилось почти вдвое. Сократилось и количество ДТП. По итогам 2022 года удельный вес положительных оценок управления составил 62,78%. В общем рейтинге среди подразделений Московской области наше управление занимает 20-е место. По результатам инспекторских проверок, проведенных Министерством внутренних дел Российской Федерации и Главным управлением МВД России по Московской области, деятельность Люберецкого управления получила удовлетворительную оценку. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.